Крепежный установочный комплект. Тепленький рукавчик, сейчас это твое. Это для двухсотки. Ловит это, да? Так, это забор из воздуха. Я повален, гигант. Я даже знаю, что тут надо. Ты бы какой палец, я ее буду одевать. А? Это тяжело. Слушай, он что-то сильно на Лобасовский похож. Да-ка они же по... Технологии. Да. Чайная технология? Да, чайно. В России сделано. Да, этот... Самара. Самара городок. Да. Будь топливный насос. Один. А где насос, который насасывает? Топливный, вот он. Нихуя себе. Вот это насос. Он как насосет, насосет. Дизельное топливо. То есть я керосин не зря 200 литров заказал, да? Да, у меня есть немножко. Если зимой рекомендую керосин, а не дизель заливать в этот бачок. Они, да, они даже солярку, солярку возможно мешать с керосином. Не надо ни антигели, ничего добавлять. Они не любят насосы и форсунки эти антигели. Леска для пульт для управления. Триммера, леска для триммера, нихуя себе. Не-не, это белый червячок на крючок. Да. Недобный. Или в пищу катетер вставлять, если проставка с утра не может. А это она мягкая, если что. Здесь она еще двойная запаковка. Да я хочу другой сварить бак. А что, ну поставь этот туда. Ну я попробую, если он войдет туда, куда я задумал его поставить. Тут вот кекель уже запрессован. Нихуя, вот это пусть. Бля, Геннадий лучше сваяет. Да. А там запасной пульт, да? Нет, там. Это коннектор. Крепежная. А, и разъем, да? Да, разъем, коннектор, крепежный. Защелкивает. Я так думаю, его надо пульт тоже сзади ставить, потому что тебе что, ты спереди и так будет, блядь. Ну, я, да, я сзади в этом сделал. А так сели, столик разложили. Да, там, где... Люсок открыли, кардан отвинтили. Забурились и рыбачим. Зачем буриться? Можно хуярить ее, так направить и... Продавить сама. Так разъемы. У тебя пульта не было? Это же воздушный фен.
Тут не жидкостное. Кстати, а сколько жидкостное? Наверное, так же стоит, рублей 18. А надо на их сайте же посмотреть. Просто этот хочет себе ставить, что? Скажи. Николай. У них есть этот бинар 5, он сейчас вроде как хороший тоже. Планар, бинар, они вот. Бинар они идут водяные. А у него 24 или 12, не помнишь? 12. Но у него может 2 аккумулятора, но 12. На дизелях обычно 2 аккумулятора, но 12 вольт. Губки питания. Ну еще когда процесс инсталляции начнется? Скоро, я так думаю. Предохранитель этот. Опять дырку в кузове резать будешь, да? Две надо. Надо вот такие дырки сделать. Ну, посмотри, куда она. Себя, чтобы не сосало. Смотри, куда она там не войдет. А что, проломки вырезать здесь? А сколько у нее потребление тут? Там что-то на максимал.